Скажи, есть у тебя выбор какой-то? Tell me, do you have any choice? Ну, максимум отпустить и уйти. Да. As a maximum, just to let go and run away. Он сейчас вам сказал важный социальный выход. He told you a very important social choice. Если вам не нравится, что вами управляют, что вы марионетки в своей жизни, сейчас попробуй это сделать. Надо отпустить ситуацию. You need to let go of the situation. Ну и попрощайся и уходи. Это модель, ребята, это не просто так. This is a model, guys. Я не туда зашел. Понятно? А мы, бывает, очень сильно держимся за какую-то вещь в своей жизни. Sometimes we stick too much and hold on to some things in our life. И тогда за нее нами управляют, за эту вещь. And for that thing we're being ruled. До того момента, пока мы или не упадем, until we fall down, или не отпустим. Or let go. Не сразу отпусти, а в середине где-нибудь. И нужно, видите, он что сделал? Это правильно. Еще один секрет. Надо применить дыхание. Когда ты хочешь выйти из ситуации, избавиться от управления, которым тебя управляют, надо сделать дыхание и уйти. Смотрите. И вот это выход из ситуации. This is the escape of the situation.